Привет, зрители канала Надо. В этом видео у нас распаковка принцесс Диснея в количестве 4 штук. Это Белоснежка, Золушка, Белль и Рапунцель. Давайте с вами рассмотрим коробочки. На обороте здесь 4 принцессы указано, нарисовано. А здесь коробочки выглядят вот так, сзади с фотографиями из мультфильма. Ну что ж, что рассматривать коробки, давайте приступим к распаковочке. Вот такие принцессы у нас получились при распаковочке. Как вы видите, корсеты от платьев у них нарисованы. И если снять юбочку, то они будут выглядеть как в купальниках. Юбочка у каждого соответствует цвету, как у персонажа из мультфильма. У них нарисованы туфельки. Их невозможно снять, поэтому Золушка не потеряет свою туфельку. У Рапунцель прекрасные длинные волосы. Ну, наверное, они у нее еще длиннее должны быть. Но, по крайней мере, они длиннее, чем у остальных куколок. Очень мягкие, хорошие волосики. У каждой из них корона на голове. Вот такая Белоснежка, Золушка, Белль и Рапунцель. Как вы видите, Золушка и Белль выше. Они, наверное, выше даже Барби. Но все равно все куколки очень симпатичные. Как вы знаете, Hasbro в этом году выпустила своих принцесс Диснея. И Mattel уже не выпускает этих куколок. Поэтому я с трудом нашла остатки в магазинах. Потому что мне больше нравятся принцессы Диснея от фирмы Mattel. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравились вам куколки от Hasbro, либо у вас тоже принцессы от Mattel, и понравились ли вам вот эти куколки при распаковке. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем до встречи и пока-пока!